Всем привет! С вами Алена. И продолжаем следить за нашими маленькими человечками в игрушке Stoneheart. Это они нам строят здесь, как это называется, столовую. Наверное, срубить сюда деревья, чтобы они не мешали. Где там? Угу. И где-то тут было. Во. Так, и, наверное, вот эти тоже надо убирать. Чтобы обзору не мешали. Да. Так. Посмотрим, что... Ой, не тут. Вот что здесь у нас есть. Ага, один неработающий есть. Но пока мы назначить его работать не можем, потому что для него нету нужного инструмента. Ладно. Так, значит, оп. О, смотрите, ходит с щитом и с мечом, охраняет нас. Такие милые. Ай, в текстурках запуталась. Ого, кто-то получил новый уровень. Окей, теперь на 10% быстрее. Домики тут достраивают. Молодцы наши. Деревья уже даже рубить начали. Одно срубили. Так. Где наши верстаки? Пока не делаешь ничего, что ли? Видимо, занят другими делами, да? А тут у нас... Так, давайте-ка сделаем это. Мы сделали штуку. Такую фигню скрафтим. А для этой нужны нитки. А есть? Нет, они у нас. Точнее, не нитки, а этот. Ну. О, кто-то третьего левела. А, вот это вот растение мы поставили выращивать. Да, у нас оно есть. Давай и эту штуку скрафти. Так. Эй, нажимайся. Угу. Это тебя, наверное, надо... Где ты у меня, охотник? Нет, нельзя тебя повысить. Ну ладно. Вот это, видимо, штука для того, чтобы пасти овец. Так. Во. Теперь мы сможем делать себе броню. Юдашкин. Так. Ой, не тебе. Вот, давай. Эть. Будешь у нас вот здесь работать. Тебе рабочее место твое. Не хватило денежек для того, чтобы повысить уровень нашего поселения. Юдашкин, ставь свой этот. Ты чё, завис? Ну вот. Печально. Ну, бывают такие баги. Всё, он завис. Так как игрушка еще в разработке, бывают
печальные такие моменты. Так, сейчас попробую, значит, его оживить и вернусь. Вот, забегал. Да-да, давай, делай свой верстак. О, молодец, что мы теперь умеем. Так, тряпочки и одежда, шторки всякие, флаги, игрушку можно будет потом сделать. Так, для одежды нам нужно, получается, ткань и нитки. Ага, и шерсть. А шерсть у нас нету, потому что у нас пока никто не пасет овец. Давай, делай ниточки. Десяточку. Оп. Прокачивай свои умения и навыки. Фермер прокачался. Молодцы. Я смотрю, они почти достроили домик. Классно. Убирают строительные леса. Давай, лисичка, попадайся. Мне, конечно, тебя жалко. Да-да, давай-давай. Смотри, тут что-то вкусное, видимо, положили тебе. Столько шкуры. Рыженькие — это шкуры лисичек, а вот остальное — это что? Кролик и енотик. Убийцы. Во. Можно такую сделать. Одежду для нее, шерсть не нужна. Угу. Давай сделай нам еще ткань. Сколько тут? Две ткани на одну одежду. Нам надо, значит, четыре ткани. Крафти. Че, кушать пошли, что ли? Как там? Стены скрываются. Они есть, но их не видно. Для удобства. Так, ну что, мои маленькие, мои хорошие? Будет мне кто-нибудь стены делать, заборы или нет? Где у нас наш масон, каменщик? Таскаешь вещи? Ну давай, таскай. Угу. Пришел торговец. Дорого. Что мы можем продать этому торговцу? Почему у нас одна лишняя дверь и одна лишняя лампочка? На. Так, нитки, нитки нам нужны будут. Нитки надо будет еще сделать потом. Ну, давай купим. Десяточку хватит. Понараскидал. Могли бы сразу уж анимировать в этот в склад. Надо... Ой, секунду. Телефоны, как всегда, не вовремя. Ну, так, что у нас? Ага, все пораскидано. Сейчас они это рассортируют, но хотелось бы, наверное, даже сделать, наверное, да, новый склад для, к примеру, вот для этих всех штук. Окей. И склад для еды.
Окей, так, значит, отсюда. Убрать инструменты и еду. Окей. Вот, все. Что у нас есть? Сундук с золотом почему-то один. Странно. Может, из-за того, что я купила этот шерсть. И мне бы хотелось все-таки кого-нибудь назначить на этого. На овцепаса. На пастуха, вот. Может, что открылось? Или мне просто кажется, потому что поменяли все местами. О, кого-то опять поймали. Кто-то будет новой шкуркой. Ты мои маленькие. Ночь уже наступила. Совы воют. Так. Ты еще давайте будете копать. Может, он из-за того и не делает ничего. Наш каменщик из-за того, что нечего копать. Точнее, не из чего создавать. Все спать лили. Надо еще дом строить. Сколько вас тут? Трое, получается, еще не спят. Да, деревенька будет расти. Скелеты нападают. Убили. А поднять-то лут не судьба, что ли? Целый слиток серебряный. Вы еще не скоро сможете слитки делать. Четверо, значит, у нас не спят. Хорошо. Части животных, это вот как раз шкурки, да? Тут у нас остались. Ну ладно, шкурки так шкурки. Пусть уж будут здесь. Это у нас что? Ведерко с монетками. Почему вы их не подбираете? Ребят. Еды, я смотрю, у них. Целую роту можно накормить. Так. Вроде пока все спокойно. Всего хватает, всего в достатке. Что-то деревяшку не подбирают. Так. Ау! Не хватило. Блин. Подберите денежки, они у вас валяются просто так. Ну-ка, что еще можно хранить здесь? Золото и камни. Давайте-ка тоже перетащим их. Может, тогда получится сюда.
Гоблины! Где гоблины? Где? Блин. Да, давай. Всех убивай. Никаких гоблинов нам тут не надо. Что-то эти гоблины пока какие-то трусливые. Стой, куда побежал? Угу. Продавец пришел. Ничего нам от тебя не надо. И кто-то уровень получил. Окей. Угу. Шкурка. Подобрать. Что, нельзя шкурку подобрать? Ну вот. И где-то тут еще гоблина вроде убили. Если мне не изменяет память. Может, с него ничего не выпало. Угу. А как это убрать отсюда? Случайно нажала. И нету нигде, чем зону-то очистить. Во. Ну а это что вы не убираете сюда? Какие-то вы бестолковые сегодня, мои хорошие. Может, тебе места нету куда? Давай тогда сюда поставим. Тогда, может, ты начнешь работать. Я же камушки копать поставила вам? Поставила. Что вы еще недовольны? Ну и чё ты тут мне вылезла? Вот здесь выкопайте, пожалуйста. Двадцать 4 часа, что-то бла-бла-бла. Я не знаю, что это такое. Ой, простите. Кашлять внезапно начала. Сегодня очень все спокойно. Прям очень спокойно.
И почему-то каменщик отказывается делать заборы. И отказываются они копать вот здесь вот. Вроде все свободны. Многие, кстати, даже свободны. Трудятся на полях. Смысл? Чё-то вы, ребятки, не то делаете. Ну и... Иди грызи, а то сейчас уволю. Ну, о, пошел. Ошибка сразу вылезла. Ну, опять не хватило денежек. Окей. Так-то лучше. Главное не забыть, что мы его разжаловали с должности Юдашкина. Ну-ка, на овцепаса тебя нельзя отправить. Ага, где ты у меня? Угу, только сюда. Во, и стены сразу пошли делаться. Замечательно. Стоило одного уволить, сразу все заработало. Вот всегда так. Так, и, наверное, надо еще домик будет делать. Новый. Все хотят есть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Они, получается, кушают у меня брюкву эту, да? Надо им, может, какую-нибудь морковку еще посадить, что ли? Давай, давай, копай. Постройте мне домик, пожалуйста, ребятки. Да, такой. Я пока не буду делать свои какие-то домики. Угу. Здесь нельзя, да? Не буду делать пока свои домики, потому что я еще не разобралась, как это делать. Не разобралась даже, как поворачивать эти дома. Что-то никак. О, во! Нашла! Ура! Так, и значит, где-нибудь вот с таким промежутком. А, во-первых, надо срубить это дерево. Во-вторых, надо будет, получается, сколько у нас кроватей. Одна кровать, надо еще три кровати сделать. Три кровати. Раз, два. Угу. Два фонаря. Дверку и, по-моему, два окошка.
4 кровати, 2 фонаря, 1 дверь. А, 5 окошек. Еще 3 окошка надо заказать. На нас напали. И получили уровень. Скоро черти всякие злыми будут приходить, наверное. Потому что, насколько я поняла, вначале тебя не сильно прессуют, а потом уже так довольно-таки активно начинают. Стройте. Да. У тебя вроде другое дело было там, нет? Пришел тут. Фундамент начал рыть. Так, и, наверное, надо охотничьи угодья чуть-чуть местом поменять подальше. Где-нибудь вот тут. Ой. Окей. А вот это мы уберем. Да. Торговец. А, нет. Обмен какой-то, ладно. Я опять про время забыла. Она уже пора заканчивать. Нифига у них тут на складе ужас творится. Еее! Нам дадут нового человечка. Accept. Так, где у нас там Юдашкин? Да, иди работай. Вот. А тебя нельзя, да? Пастухом назначить. Печально. Значит, пока будешь строителем. Тут он домик надо делать. Странно, почему ты его не делаешь. Тут все выкопали. Дом же надо строить, эй, чувак. Опять система дала сбой. Ладно, давайте закончим. Ребята, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока-пока.